Тра-ля-ля, я учу и проговариваю таблицу умножения, пока иду домой. Башковитый он план придумал, потому что если будет придумать план вот этот, то они даже из камеры не выйдут, даже когда камера открыта. Учителя против школоты в космосе. Ты видел вообще когда-нибудь это? Позвала свою коллегу по школе, это повариха. Это у нас будет Анастасия Олеговна. ТВХП представляет. Салом всем, друзья, с вами ТВХП, и сегодня мы снова играем в Totally Accurate Battle Simulator, и у нас новая фракция, прикольная, у нас две новые карты. Они, правда, для всех остальных не новые, вот, но для 2 хп, как для жирафа, до которого доходит через несколько лет, только все новое, новые. Поэтому я с ним буду обозревать, если тебе интересно, оставайся, если не интересно, то переходи на другие, пожалуйста, ролики, потому что они тоже очень интересные. Вот, погнали. Так, значит, кто это у нас здесь стоит? Это у нас тичер. Узнаешь свою училку? Ну-ка посмотри, посмотри на ее локоны, посмотри на ее локоны, посмотри на нее очки, посмотри на ее собачий взгляд, на этот, как она называется, стервозный вот этот взгляд, который только хочет унизить людей, которые младше ее, которые глупее ее, как она думает, на самом деле, это, конечно, не так. Вот, эта тичера мне понравилась, она находится во фракции Modern Society, я, честно говоря, не помню, если честно, снимал я эту фракцию или нет, по-моему, нет, потому что вот, типа, Apple Seller, нет, смотрите, какие тут студент есть. Городской есть, сумасшедший, сессия алкаш, косплеер, стор-клерк, леди-повар, вор и очень-очень много прикольных юнитов. Сегодня некоторых из них вот, ты смотри, какой классный, а? Прям вот нерд. Есть у тебя в классе какой-нибудь вот ботаник, вот это он. Как у вас? Васёк, наверное, да? Вот, допустим, будет Васёк. Это мел, видишь? Это ты. А что, ты, по-моему, похож на тебя. Хочешь толстовку Лэндфола? Напиши в комментариях, хочу толстовку Лэндфола. Свяжусь с ними, пусть они вышлют 2 хп, 50 экземпляров, 50 мерчей. Вот, а я буду, короче, на стримах раздавать. О, как тебе идея? Классная. Так, это алкаш, это косплеер тупой. Вот, и, собственно говоря, карты. Две новые, сейчас посмотрим. Две новые карты. Это вот это, Space Island, и типа Blank Map. Blank это чистый, пустой. То есть, когда ты берешь, знаешь, слово бланк, вот бланк, с английского бланк означает чистый, пустой. Вот такая карта, она типа как в... Где она? В симуляции? Simulation. Но только карта симуляции, она такая огроменная. И в некоторых ситуациях нужна пустая карта, но не нужно вот это большое пространство, которое тоже занимает у тебя, собственно говоря, оперативную память. Поэтому сделали вот такую. Здесь ничего нету, нет. То есть, это получается самая высокопроизводительная карта. То есть здесь не будут прогружаться какие-то деревья, какие-то здания, какие-то текстуры. Нет, здесь все прям идеально. Хочешь поставить? Я вот что хотел. Но это мы посмотрим чуть-чуть немножко попозже. Я просто хотел взять обычную карту и поставить там, допустим, 100 на 100. Да, или никакой там 200 на 200, чтобы, короче, было юнитов там 300-500, когда у меня уже начинает лагать. И взять вот эту карту потом и поставить здесь такое же количество юнитов и посмотреть, и вообще должна эта карта вывозить гораздо лучше. Но это мы посмотрим немножко попозже, а сейчас я хочу немножко поразвлекаться на карте Space Island. Space Island, motherfucker, да. Я буду ругаться матом, только по-английски и немножко невнятно, чтобы YouTube не понял. Да, ну давайте у нас первое... Первое противостояние, самое вообще великое человеческое противостояние, это, конечно, тичер против студентов. Я сначала студентами хотел поставить халфлингов, но так как я здесь студенты, нахрена ставить халфлингов, когда можно поставить студентов? Студент у нас стоит 100, тичер будет стоить у нас 470. Соответственно, 4-5 студентов я должен поставить, и они должны ее побеждать. Химик есть, кстати. Химик это типа, ну... учитель по химии или ученый сумасшедший? Скорее, первое. Или второе. Не знаю. Блин, ну карта на самом деле красивая. Но, к сожалению, здесь ничего на ней нет. То есть она такое, знаете, стеклышко, линза, висящая в спейсе, в воздухе, в космосе. Господи, я сегодня слова меняю местами, путаю. Но окружение очень красивое. Но! Если вот так вот я когда начинал, если вот так вот... приглядеть, подлететь и присмотреться, то вот здесь вот, посмотри, вот просто сейчас подо мной, вот где левая часть, не где чувак стоит, а на противоположной части видно квадратики. То есть вот этот спрайт, его видно. Но, тем не менее, сделано классно, сделано хорошо. Итак, что я хотел? Я хотел проверить, сколько студентов убьют учителя. Давайте сначала просто поставим одного чувака.
одного бедного студента, который не выучил свои уроки. И Чичирова только спрашивает, типа, а ну это как его? Ванька? Выучил уроки? Он такой, нет, я ничего не выучил, у меня собака съела домашнее задание. А когда ты всегда дебил, ты у тебя всегда какие-то тупые отговорки, ты же никогда не выйдешь, не вырастешь нормальным человеком, если не будешь делать домашнее задание. И начался бой. Ну, как обычно в школах бывает, если школьник приходит без домашнего задания, его тичер берет меч и начинает его рубить. Правильно, правильно? По-моему, так, у нас в школе так было. Не знаю, как сейчас у вас. Ну вот, шарахнуло его немножко. А школьник с палкой, потому что, ну как бы, кто ему доверит меч, в самом деле. Поэтому ему дали палку, а он такой, его отлупил учитель. Он такой, короче, убежал. Жаловаться кому? Убежал жаловаться одноклассникам. Пришли, привел еще банду своих гопарей. Вот их пятеро будет. И пятеро такие, типа, учитель, ну че, теперь ты, как его... Полезешь на нас. Она такая, да мне похер, у меня как бы меч. Чуваки, давайте, я и пятерых вас завалю. Итак, смотри, это будет Клавдия Ивановна. Давай будет Клавдия Ивановна, хорошо. Клавдия Ивановна немножко легла под натиском школоты. Под натиском, они кричат в ее сторону эти слова с такими грамматическими ошибками, что она аж падает. Просто она слышит, как, о господи, как можно так, не пишите, не говорите так. У меня просто ноги подкашиваются, когда я слышу такие ошибки, когда, как вам говорили, да? Типа в слове из трех букв делают четыре ошибки, есть такие слова. Тем не менее, она их зарубила, и они такие, нихера себе, и ушли. Ушли, короче, за школу, а за школой... Валялось два бомжа-алкаша. Вот таких вот красивых два бомжа-алкаша. Они попросили, они заплатили. У них были, типа, деньги за завтраки, да, но они их не стали тратить. Они отдали бомжам и попросили их забить, уже встретить училку. Ой, я сейчас, типа, сделаю. Подожди. У нас, конечно, новая карта, но подожди, у меня сценарий рождается. Я не могу его не воплотить. Нам нужен... Что нам нужен? Wild West. Мне нужен, короче... Я сейчас тебе покажу. Блин, на самом деле, вообще, вот этот весь сценарий, который я только что придумал, его нужно было снимать сразу на этой карте. А вот, на заранее... Воу, я вот этой дырки не видел. Короче, ушли школьники, дали бомжам деньги за то, что они забили свою училку бутылками пустыми. Вот, ты знаешь, какие дряни. Ну, а что, училка бьет мечом? Я бы тоже так сделал. Вот, и поэтому... Училка идет домой, такая, тра-ля-ля, ля-ля-ля, я учу и проговариваю таблицу умножения, пока иду домой. И такой, господи, кто это вы такие? Молодые люди, что вам надо? Они такие, ты слышь, обижаешь наших корешей, которые обеспечают... А у нее меч, поняли? Бомжи даже не ожидали, честно говоря, что у нее меч. Она зарубила одного, ну потому что он пьяный, потому что он алкаш, он даже сам на ногах не стоит. Просто вот когда его никто не трогает, никто не двигает. А тут тичер. Она такая, нормально, знаете, у женщин какие руки сильные, нихера себе. Вот, и остался один, который, собственно, самый вредный, сам подкупал вот этот из Слизерина, знаешь, что такой, как его зовут, я забыл в Гарри Поттере, напомни мне. Вот, и тичер всех завалила, у нас тичер просто какой-то супермен, я не знаю, железный человек. Училка, поняв, что что-то здесь неладно, и что от нее не отстанут, пока ее не отлупят, или не убьют, и не искалечат, она позвала свою коллегу по школе, это повариха. Это у нас будет Анастасия Олеговна. Вот, будет Анастасия Олеговна и Клавдия Ивановна. Господи, откуда у меня это в голове? Я не знаю. А Анастасия, главное не забыть. Анастасия Олеговна и Клавдия Ивановна. Вот, Анастасия Олеговна, Клавдия Ивановна. И, ну, как бы она позвала, потому что ей страшно. А Клавдия Ивановна... Анастасия Олеговна держит вилку за спиной, потому что если кто-то ее обидит, она сразу «Кладь в сердце!» Вот так вот, понял? Два удара, восемь дырок. А со стороны школьников, кого они могут еще под... Это кто такой? Фэнтези Гравдиггер. Это что за хуйня? Я, это не Фэнтези Гравдиггер, это... Вот. Это типа... Не, чувак, ты в наш сценарий вообще не вписываешься, иди отсюда. Во! Короче, школьники собрались вместе с бомжами, с алкашами... И собрали все свои деньги, все свои связи, а школа была напротив тюрьмы. И они помогли сбежать двум заключенным. Они помогли сбежать двум заключенным. С чем, кстати, заключенным? Ух, нихера себе, не с пистолетами. Ой, а что с тобой? Ну, это немножко не башковитый заключен. Вот этот нормальный, вот башковитый, он план придумал. Потому что если будет придумать план вот этот, то... Они даже из камеры не выйдут, даже когда камера открыта. Ну, потому что вот голова у него маленькая. Также останется наш студент вот здесь, где-то он стоял. Да, вот здесь он будет стоять. Ну, типа, завершение
борьбы. Слушай, ну тут они их завалили. Ну ладно, давайте посмотрим. Итак, короче. Клавдия Ивановна. Анастасией Олеговной. Господи, напридумывал хер знает зачем. Вот, против двух зэков. Двух зэков, я думаю, два зэка уже защитят. Ух, нихера ты, ух, нихера вы защитят. Че не защитят? Честь школоты. Так что давайте. Мне херу... Ой, слушай, училки какие металлические. Они прям не прыгают, а посмотри. А это вообще с тесаком. Они сейчас... Давай вилкой в него, вилкой. Блин, ну против огнестрела, конечно, никуда... Не-не, ты смотри, они просто терминаторы. Просто это... Та-та-та-та-та. Нет, стой, подожди. Это надо делать только так. Выключаю звук, смотри. Та-та-та-та-та. 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 О, живые они. Почему замедление не работает? Охереть они. Вот такие вот, короче. Они вообще, ты просто охереть. Я даже не знаю, что теперь кого против них ставить. Почему у меня перестало заработать замедление? Вот я что не понял. Нихерушечки. Ну да ладно. Зэки у нас отвалились вообще. Несмотря на то, что я отчетливо видел своими глазками, что, типа, зэки как минимум по три раза попали. Что в ту, что в другую. Но они реально какие-то терминаторы, просто вот, как они их называли? Да, терминаторы, по-моему, как раз вот, которые со скелетом... внутри, но с кожей, с кровью, со всем вот этим обличием. Внешне их типа хер отличишь. Только недавно просто терминатор смотрел, поэтому у меня в голове все это. Я вам хочу сказать, что наши две дамы не растерялись и позвали третьего себе помощника. Это у нас будет мясник. Это, ну просто, когда они ходят домой, они заходят, соответственно, в магазин, у них есть семья. Они заходят в магазин, чтобы купить мясо. Вот это продавец мяса, это разрубщик. Мясоразделщик мяса, его зовут Борис. Они такие, слушай, Борь, помоги, на нас тут нападали сначала школота, потом они позвали алкашей, алкаши позвали, типа, заключенных, и нам страшно, несмотря на то, что нас не пробивают пулевые ранения, нам все равно страшно, потому что мы женщины, как бы. Нас можно не убить, но мы все равно будем бояться. А эти, охеревшие криминалисты, да, они криминалисты, не, криминалисты кто-то изучает, нет, подожди, это криминал, заключенные... Воры, бандиты. И тогда наши школьники пошли на фестиваль видеоигр и позвали косплееров. У них там был фестиваль, там в основном была игра про ниндзя. Вот, и там была куча косплееров, которые косплеили ниндзя. Вот, они позвали их. Я не знаю, что они пообещали им, чтобы они согласились им помочь. Да я не знаю, какие-нибудь автографы и создатели игры или копии игры бесплатно и с специальными изданиями, знаешь, которые не просто диск покупаешь, там диск, типа книжка и все дела, там статуэтка какая-нибудь, которая стоит вместо того, чтобы игра стоила 300 рублей или 600 рублей, она стоит 5000, и тебе дают просто статуэтку и книжечку. Они позвали кучу косплееров, и я просто не знаю уже, что придумать. У меня не работает опять замедление, охереть. Надо, типа, перезагрузить, наверное, карту, потому что без замедления немножко скучно. Вот, и косплееры начинают всех разносить. Несмотря на... Вообще они должны проиграть, потому что косплеер — это только маска, это только... Нихера, они всех убили, представляешь? Не, ну это я что-то их дохрена поставил. Давай. Ну хорошо. Наша сторона учителей проиграла, они такие, нихера, нихера. Во-первых, мы позовем себе одного жителя, пока шли, просто одного завербовали и вот были таковы. Позвали продавца магазина, я так понимаю, продавца магазина рыбы. Ланч-леди у нас есть. Продавца яблок позвали, почему бы, собственно говоря. Короче, это получается, типа, взрослый против детей. Отличная, по-моему, химик, вот. Учителя химии сюда приурочили, почему бы и нет. А он всегда ходит в противогазе, потому что, знаешь почему? Потому что он знает химию. Потому что он знает, что в кислороде всегда присутствуют какие-то там примеси, и он не хочет этим дышать. Поэтому задумайся об этом. Что случилось? Что-то сейчас было интересно. Не, подожди, пока так. А школьники просто взяли и подумали, а какого хера мы нападаем на них, типа... Сколько там я напал? Пятером. Вот, когда нас... Ну, представляешь, вот это в школе, допустим, ну, я не знаю, 20 учителей. А, ну, сколько? Ну, сколько вот там классов? Ну, смотри, типа, если 11 классов, допустим, 10 классов, по 20 человек. Это 200 человек. Ты представляешь, в школе 200 человек. Ты понимаешь, к чему я веду?
что 200 человек в школе. Ты понимаешь вообще? Догоняешь? Нет, не догоняешь? Что 200 студентов. Школьников, в смысле. Давай сначала 100. Ладно, пусть, допустим, будет 5 классов по 20 человек. Я же правильно все посчитал? Неужели в школе 200 человек? Это же охереть. Ну, вроде да. Не знаю, если что-то я ошибся, то мне, конечно, напишешь. Но, по-моему, так. Не, ну, конечно, по цене дисбаланс дикий вообще. Ну, да посмотрим, ладно. Ничего страшного. Сначала сразятся 100 школьников, они просто разозлились. Но они совсем... Ты знаешь, на самом деле... Воу, воу, это химик пошел в бой. На самом деле, сила в дружбе, в братстве. Вот, не имей 100 рублей, а имей 100 школьников-друзей, которые тебе помогут и завалят любого учителя, будь то хоть терминатор непробиваемый, нихера. Видишь, какая красота. Так, ну хорошо. К чему я, собственно говоря, вел? Кто там остался? А ты что, химик такой хитрый, да? Все полезли, а ты такой не полез, да? Я издалека типа буду их разматывать, буду закидывать колбочками с вредными химикатами. Ну, молодец, конечно, я что тебе могу сказать? Ты красавчик вообще. Давайте, давайте, валите его. Я не думаю, что он справится. Он тем более рейнджер, да, он не должен быть сильный. Вот, я к чему вел. Давайте поставим 100 этих, я тогда уберу. А, нет, пусть 100 учителей, да? Давай, 100 учителей. Против 100 школьников. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы немножко загрузить мою оперативочку. И потом просто для сравнения поставлю то же самое. Дай мне одного этого пиздюка. Дайте мне одну, пожалуйста. Ну, одна штучечка. Вот. Главарь будет самый, самый злой такой. Самый вот этот, знаешь... ну, я не знаю, как самый хулиган. Вот, даже ниже всех. Смотри, бард такой будет. И просто 100 училки. Они все одинаковые. Жалко, что здесь, кстати, не рандомится. Вот не только, ну, типа, глаза, а хотя бы, не знаю, небольшие элементы одежды. Их оттенок хотя бы, не цвет, а оттенок. Было бы здорово. То есть они смотрелись бы по-разному. А тут просто какие-то агенты Смиты. Знаете, агенты Смиты... Наркоманы. Как я назвал? Клавдия Ивановна. Агенты Клавдии Ивановны. Вообще просто одни... Ладно, глаза, да. Ты, кстати, еще не видел, я перед записью, я не знаю, куда я ее выложу, у меня есть скриншот, там вот эта Клавдия Ивановна, у нее, типа, один большой глаз в 2 очка, один глаз в 2 очка, я не знаю, может, на картинку поставлю видео, посмотрим, если оно будет смотреться, то поставлю. Короче, 100 учителей против 100 школьников, 3, 2, 1, погнали! Не то, чтобы мне... А, кстати, стой, подожди, 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 куда вы погнали? Я хотел, во-первых, цену посмотреть. Ну, типа, сколько? 47 тысяч против 10 тысяч. Ну, учителя, конечно, сейчас кого-то размотают, кому-то по жопе мечом понадают, а? Но мы на это посмотрим. Мы на это посмотрим. И сейчас следующая битва будет уже то же самое, только на карте вот этот Space... Space Map, или как она там называется? А что там, что происходит? А ты что там делаешь? Ты как там оказался? Скажи мне, пожалуйста. Это какая-то за... Сада. Да, учителя определенно выигрывают. А учителя вообще красавцы. Ну, правильно, они же... Я тебе говорю, я когда, типа, мелким был, школьником, я там поехал в деревню, и мне, ну, типа, молодая мама, такая женщина, она берет, говорит, сможешь яйцо сжать? И она мне дала яйцо, и я такой... И, короче, не смог его сжать, и прям что-то мне так обидно стало. Она взяла это яйцо, короче, вот так вот одной рукой сломала. У нее рука была тоньше моей в 2 раза. Я херел, если честно. Но она, мне кажется, она читерила. Ну вот. И теперь делаем то же самое на карте... А, Space Island она называется. Типа космический остров. Ни хрена ж себе. Space Island. Ну давайте. Как же мне неудобно с микрофона смотреть на низ экрана. Это просто какая-то дичь. Я просто хочу посмотреть на производительность. Будет ли она лучше на этой карте, потому что на карте ничего не надо подгружать. Никаких вот, я как искал уже, типа, домов, никаких деревьев. Ничего этого здесь нету. Так что такой матч, такую битву, типа, моему компу сделать попроще реализовать. Но это мы сейчас посмотрим. Прям вот по плавности изображения. Ну... Знаете, что я скажу? Ну, немножко, да, немножко, самую малость. Ну, карта красивая, ну ты посмотри. Просто учителя против школоты в космосе. Ты видел вообще когда-нибудь это? Запомни этот момент, исторический просто момент. Ну да, немножко, короче, производительность не страдает, так сказать. И последнее, тогда я то же самое поставлю на карте Blank Map. Не знаю уж, какая будет разница в производительности между ней и ней. Давайте я возьму тоже студентов. Я их поставлю тоже до хрена.
What? Это будет много, пресловутых 100 штук, и Клавдия Ивановна мне выдайте, пожалуйста, в количестве 100 человек-учителей-единиц. 3, 2, 1, погнали! Ну, типа как в космосе. Типа как в космосе, может даже еще получше. Тем более, учитывая то, что карта еще меньше, то есть карта Wild West, она больше, а это прям просто квадрат. То есть, мне кажется, таких квадратов, здесь вообще прям плавненько, смотри, как пошло. Красота, хочу я тебе сказать. Ну, вот такая вот, короче, серия получилась. Эти две карты, в принципе, ну, ничего интересного. Было бы интересно, конечно, увидеть какую-нибудь карту или от Landfall'а. Здравствуйте. Клавдия Ивановна, жираф. Чтобы там были новые дома, какие-то пасхалочки, какие-то секреточки. Может, курочку куда-нибудь спрятали или что-нибудь такое вот, что мы любим с вами. Пишите, что хотите видеть в новой карте, какую карту хотите видеть или есть ли какие-нибудь новости. Я знаю, у меня есть пару подписчиков, которые активно следят за этим и, может, что-нибудь могут что-нибудь знать. А на этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится и до встречи в следующих видео. Счастливо!